Вагон будет перевозить скоро портящиеся грузы. Оптимальная температура поддерживается за счет теплоизоляции грузового помещения, рассказывает губернатору директор предприятия. Раньше такие вагоны выпускались только в Германии. В России Армавирский машиностроительный – единственный, кто начал делать такую технику. Вы сегодня просто развиваетесь, вы четко реагируете сегодня на спрос рынка. Это очень важно. И вот этот вагон, который стоит сегодня, если бы на нем не было на русском языке написано, я вам честно скажу, я подумал, что он импортный. Вот, такого он качества, такого внешне, что вчера, может быть, такого у нас и не было. А сегодня есть. И здесь у нас, в Армавире. Там главное, чтобы внутренний рынок, все перевозки такого типа осуществлялись именно в вагонах Армавирского машиностроительного завода. В Армавире глава региона сегодня провел заседание Совета по промышленности. Участники совещания подвели итоги этого сектора экономики за прошлый год и обсудили перспективы развития этой отрасли в крае.